Сегодня ночью в поселке Новомихайловске Туапсинского района сработал сигнал системы оповещения. Там поднялся уровень воды в реке Нечепсуха. Съемочной группе 9 канала удалось пробиться в поселок через большую автомобильную пробку, которая сейчас образовалась на трассе. На месте работает наш корреспондент Ольга Музыка. Вот что она рассказала о ситуации в районе. На въезде на Михайловку сейчас скопилась очень большая пробка из машин гражданского транспорта, автобусов с пассажирами. На въезде в поселок мы сразу же увидели затопленные улицы. Люди сейчас разгребают дома от ила. Говорят, что было оповещение около часа ночи. Все они слышали сирену. Многие очень успели отогнать машины. Кто-то все-таки этого сделать не успел, поэтому на улицах сейчас кое-где встречается перевернутый автотранспорт. Больше всего пострадал второй микрорайон в поселке Новомихайловском. Сейчас я стою напротив школы, которую ремонтировали в позапрошлом году после наводнения. Она практически полностью затоплен, первый этаж. Вода стоит полностью на стадионе. Также затопила местную больницу. На первом этаже находилось детское реанимационное отделение. Всех больных и всех детей вовремя успели эвакуировать. Как утверждают очевидцы, причиной подтопления стал смерч, который пришел с моря. Местные жители говорят, что вода в реке была чище, чем при наводнении, которое случилось там же 2 года назад. Спасатели эвакуировали людей. Население сообщается о 4 погибших. Людей увозят в местную школу номер 35. Она выполняет роль пункта временного пребывания. Пострадало около 1500 человек. Потопленные объекты социальной инфраструктуры, больница, школа, детский сад на 150 мест. В настоящий момент ведутся подворовые обходы граждан. Вовремя произведены эвакуационные работы службами МЧС. По словам местных жителей, накануне они видели не один смерч, хотя руководитель краевого гидрометцентра не подтверждает информацию об атмосферных вихрях. Прошедшие осадки на Черноморском побережье связаны с прохождением холодного фронта, который связан с циклоном. В горной части, вот, наверное, в районе Нечепсуха осадка выпала несколько больше, и это способствовало тому, что за счет и осадков, которые попали в реку, и склонов истоков, река, соответственно, повысился уровень реки и привело к подтоплению низменной части, вот как раз Новомихайловки, и домовладений. Сейчас идет заседание оперативного штаба, куда вошли специалисты районной и краевой администрации. Там решают, как минимизировать последствия потопления и чем в первую очередь помочь людям. Все службы работают в режиме ЧС. Сейчас в крае уже создан единый волонтерский центр для помощи потопления 257-0080.